Там что-то красное-то. Красивый. Я еще краски люблю. Такие. Реально красивые. Мне тоже нравится. Мне тоже. Всякие помеси, примеси. А может и желтый, и фиолетовый будут красивые? Может облака там появятся? Такие, да? Отмороженная семейка. Голубой, нет? Голубой потолок. Ну что хотим, то творим. Да. Наша жизнь, наши правила. Голос. Что у нас получилось? Как Ксюша хотела. С облачками. Хрень какая-то получилась. Посмотрим, краска высохнет, что будет. Ну, конечно, по-хорошему надо, блин, мел было уничтожить. Ну, конечно, если мел уничтожить, такой срач будет, что вообще пипец. Если у нас еще было куда вынести всю эту мебель, как что-то здесь уничтожишь. Я вот не представляю, как полы здесь менять. Вообще не представляю. Ламинат хотя бы даже положить. Неважно что. То есть мебель-то куда деть. Как ее разводить будем? Чтоб совсем бледненько было? 1 к 200? Ну да. Ну, чтоб такая, не совсем там бледненькая. А какую стену какой цвет будем красить? Ну, это понятно, это зеленый. Ксюш, какую стену в какой цвет будем красить? У нас есть, ну, синий. Потолок желтый, либо сиреневый. Давайте сиреневый, это знаете какой? Мне кажется, вот это на стену сиреневый. Да. Желтый, потому что мы на это будем смотреть постоянно. Вот это будет желтый. Да. А вот это будет на сиреневый. Так? Согласен? Да. Ты на черепашку-ниндзя похож. У тебя тапки одеты. У меня минские тапки и питерские носки. Стой! Смотрите, какие пузырьки. Круто. Потолок, кстати, разровнялся, высох и стал клевый. Вот эта стена будет желтенькая, вот эта сиреневая. А там у нас стрим идет. Сегодня мы в прямом эфире делаем ремонт. И там нас никто не видит, потому что лайк надо ставить всегда. Они не ставят. Они говорят, что мы неинтересно снимаем. А когда мы интересно снимали, они не смотрели и не ставили лайки. Так что все. Теперь будет, не будем только неинтересно снимать, правильно? Последняя стена осталась. У меня теперь есть новая стена, желтенькая. Надо только еще одним слоем покрыть, потому что здесь пока еще потеки видны. Короче, у меня теперь есть зеленая стена, желтая стена, и скоро будет сиреневая. Ты можешь разные локации. Да, я могу сниматься теперь, где хочу. Круто? Круто. Мне тоже так кажется. Я такой на в красивом фоне снялся, а ты на страшном облезла. Да. В воскресенье же нельзя, да, красить? Ну, воскресенье, да. Нерабочий день. Да и отдохнем. Да, в понедельник продолжим. Потолок, кстати, прикольный получился, правда? Мне понравилось. Ровненький. А с полом что делать по итогу будем? Есть мысли? Нет мысли. Я не понимаю, как его делать. Это же. Надо сначала решить, что с ним делать. То есть это либо ламинат, либо линолеум, либо ковролин. Ковролин я точно против. Что ты его задолбаешься, блин. А это, на этого, блин, ненадежно. Ламинат, ковролин или линолеум? Либо ламинат, либо линолеум. Понятно.